Тверь нарядилась к Новому году. Праздничную иллюминацию зажгли на оживленных городских улицах и в местах отдыха. Появились и новые объекты. Например, многие горожане уже оценили яркую подсветку деревьев на бульваре Радищева. Это настоящее дерево Эйва из фильма «Аватар». Так горожане говорят о новом украшении в городском саду. В этом году впервые появились светодиодные струи, среди которых уже полюбили бродить и взрослые, и дети. Есть в парке и другие светодиодные конструкции. А на набережной возле балюстрады также в первый раз установили арт-объект в виде чисел года. В городском саду можно гулять, делать фотографии и даже отметить сам Новый год. В новогоднюю ночь мы приглашаем вас к себе. С 8 часов вечера у нас концертная программа. После поздравления президента в прямом эфире мы начинаем видеодискотеку до 4 утра. Праздничная иллюминация зажглась и в других оживленных местах города. Установлены праздничные елки, а фонтаны, закрытые на зиму, украсили светодиодные конструкции. В рамках подготовки к Новому году администрации Пролетарского района был отремонтирован вот этот вот чудесный фонтан, были заменены светодиодные элементы, которые пришли в том году в негодность. Также были отремонтированы круги, которые расположены у нас на проспекте Калинина. Больше всего горожанам понравилось праздничное оформление бульвара Радищева. Раньше деревья украшали гирляндами только от Тверского проспекта в сторону улицы Андрея Дементьева. Сейчас бульвар Радищева светится весь. Золотистый цвет выбрали. Очень хорошо. Душа отдыхает. Особенно там вот посмотрелись на площади у Салтыкова-Щедрина, деревья в золоте. Интересно. Одно жаль. Снежка нет. Снега нет. Несмотря на совсем не праздничную погоду, тверичане могут зарядиться новогодним настроением. В Твери продолжается акция «Марафон добра», организованная администрацией Твери. Жители забирают под городскими елками подарками, а взамен должны оставить сюрпризы от себя. И таким образом они как бы меняются подарками с другими горожанами. К акции уже присоединились и жители, и предприятия, и тверские артисты. Я представляю МУП «Тверьгорэлектро». И от нашего предприятия мы бы хотели подарить жителям города целых 3 новогодних подарка. Так получилось, что, конечно, идет чуть моросит дождь, но такая уже у нас погода. Я надеюсь, что погода точно не испортит нам настроение. Подарок, который я оставлю сейчас здесь, под елкой, можете забрать. Но условие очень простое. Вам надо будет вместо моего подарка оставить свой подарок. Акция «Марафон добра» продлится вплоть до конца новогодних каникул. В ней может принять участие любой горожанин. Интерактивная карта елок с подарками размещена на страницах администрации Твери в социальных сетях. Также горожанам предлагают делиться фотографиями подарков в интернете с хэштегом «Марафон подарков 69».